Итак, это Бейнео. Вот это все похоже на вечный огонь. Только я не знаю, горит он там или не горит. А это, видимо, центральная площадь. Да. Центральная площадь здесь. Гостиницы здесь стоят недешево. Недешево. А это что такое золотое? Так. Рассвет наступает довольно быстро. Весело. Хочется отдохнуть, но что-то с выбором здесь гостиниц туго. Туговато. Как только вышел из поезда, сразу налетели таксисты по границе за 2500 тенге. Где-то около 100 километров, что ли. Вот. А там дальше другие таксисты уже в Узбекистане, до Нукуса. И вроде как бы они утверждают, что это дешевле, чем на поезде. Поезд отсюда уходит в Нукус. Во сколько, я забыл. По-моему, где-то в 5 утра. В 5 утра. Так что немного неудачно состыковаться. Но зато это быстрее, чем на поезде, как утверждают таксисты. И может быть даже и дешевле. Ну, не знаю, что-то мне не верится. Потом ехать на частнике через пустыню до Нукуса, ну, как-то это стрёмно. Лучше уж на поезде, не спеша. А вон, наверное, центр. Вон там флаг развивается. То есть мы еще не дошли до центра. Вот отель Нур. Здесь номер стоит 7000 тенге. Ну, такой скромненький, одноместный. Все очень скромно. Wi-Fi нету почему-то. Не знаю почему. Да и вообще девушка-администратор не проявляет активности, чтобы заселить человека. Отправила меня в другой отель, в котором номер стоит 15 тысяч. Ну, может быть, здесь такие рыночные цены, кто его знает. Вот здесь даже 3 времени. Правда, все они неправильно показывают. Телевизор маленький. Кстати, в номере есть телевизор. Все, заселяюсь. Wi-Fi, правда, здесь нету. Но очень спать хочется. Просто очень. В поезде не удалось выспаться толком. Так, 209. Ну, везде картины. Все. Так. Вид у нас
классический. Так, телевизор есть, можно будет сериал посмотреть. Так, ну и есть санузел. Все необходимое по-спартански. И кровать одноместная, на которую я сейчас буду спать. Пружины торчат. Ну, что ты хотел? Это же Вильнюс.